В Томской области продолжается поэтапное изменение грузоподъемности на ледовых переправах. Так, 25 марта очередное снижение тоннажа введено на переправах в Тегульдетском, Парабельском и Чаянском районах. В Тегульдетском районе максимальная транспортная нагрузка на ледовых переправах через реку Чулым у поселков Берегаево и Верхнее Скоблино составляет 12 тонн, у поселка Центрополигон – 6 тонн. В Парабельском районе знак 6 тонн установлен на переправе через реку Парабель у деревни Новикова и 4 тонны через реки Полой у деревни Голещихина, Обь и протоку реки Обь у села Нары. В Чаянском районе изменилась нагрузка на переправах через реку Чая у села Гришкино до 3 тонн и у села Подгорное до 2 тонн. Актуальная информация о зимних водных переправах ежедневно обновляется на сайте Томск-Автодора.